Друзья, всем привет! Дневник благодарности. Сегодня день номер 92. Вернее, прошел день. Сейчас вечер, уже час ночи. Я записываю вам это видео для того, чтобы мы всегда могли фокусироваться на созидании, для того, чтобы мы могли анализировать свой день. И по окончанию дня мы могли в конце дня подвести итоги и найти за то, за что можно поблагодарить. Обязательно фокусируйте свои мысли на плюсах, на позитивном, на все то, что вы имеете, на ваши возможности. Как только вы благодарите, как только вы направляете свое внимание на вот все положительные моменты в вашей жизни, ваша жизнь будет 100% улучшаться. Важно ставить еще цели конкретные, да, не размытые «хочу больше денег», а конкретную сумму, допустим, да, не какие-то там размытые «хочу, типа, заниматься любимым делом», конкретно каким делом вы хотите заниматься. То есть вы должны фокусировать свои мысли, свое мышление на самое лучшее и конкретное. Как только вы поймете, как это работает, ваша жизнь начнет меняться к лучшему. Досмотрите это видео до конца, и на своем примере я сделаю свои 10 благодарностей за этот день. Поехали. Первое. Сегодня я утром проснулся и сделал спортивные упражнения в зале. За это я очень благодарен. Второе. Я сегодня вкусно позавтракал. Я благодарен за такие возможности, за то, что я могу заказывать эти вкусные завтраки в кафешке. Третье. Я благодарен за сегодняшний солнечный день. Четвертое. Я благодарен за то, что у меня есть вода. Я пью каждый день по 2,5 литра воды. Пятое. Я благодарен за свое окружение, за друзей. Шестое. Я благодарен за то, что сегодня сделал монтаж для своих клиентов, сдал, и они остались довольны. Седьмое. Я благодарен за все денежные вознаграждения, которые ко мне приходят, и за все те возможности, которые со мной происходят. Восьмое. Я благодарен за то, что сходил сегодня на танцевальную вечеринку и потанцевал. За это я очень благодарен. Девятое. Я благодарен за то, что я спланировал завтрашний день. Я знаю, к чему я иду и что будет. То есть я транслирую свою жизнь, и вы тоже можете транслировать свою жизнь. Важно понять, как это делать, важно ставить конкретные цели, фокусироваться на позитивном, менять свои установки, работать над ними, контролировать свое внимание. Только в таком случае вы увидите, как ваша жизнь будет меняться к лучшему. И десятое. Я благодарен за то, что вы смотрите со мной и меняете свою жизнь к лучшему. Как видите, все просто, ничего сложного. Мы с вами делаем крутые, позитивные установки на изобилие процветания. С каждым днем все лучше и лучше. С каждым днем во всех отношениях становится мне все лучше и лучше. Повторяйте эти установки, вы увидите, как будут меняться ваши мысли, ваши действия, ваша жизнь. Вы будете думать, утром просыпаясь, уже автоматически с установками. Если, ну, при одном условии, если вы будете прикладывать постоянство усилий, будете работать, сажать свои зерна из мыслей, и которые в будущем прорастут, и вы увидите, как все будет круто. Я в это верю. И надеюсь, вы тоже делаете вместе со мной эти практики благодарности. Друзья, секрет успеха и достойного заработка на любимом деле – это подписаться на дневник благодарности. Обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не забывать благодарить вместе со мной. Ну и по традиции благо принимаю, приумножаю и возвращаю. Всех благодарю, всем пока.